Всем привет и хорошего настроения. Ну что, ребята, давайте продолжать с вами играть Thor Conquest. Второй уровень мы получили с вами мечника. И давайте, наверное, мы... Так, усилим. Ну, сделаем небольшой ему апгрейд. Замечательно. И также мечнику нашему. А, он у нас на максимуме. Ну что же, тогда самое время вступить в бой. Так, подождите, сейчас мы... Давайте вот сюда. Поехали. Так, второй уровень. И у нас какие-то... Ну, опять банши и мертвецы. Давайте устроим им карнавальную ночку, как говорится. Поехали. Ну, понятно, понятно, что камеру можно просматривать с помощью... Это все ясно. Опять будешь меня сейчас обучать здесь? Так, ну пошел крестьянин в атаку. Расстояние тут до замка маленькое, поэтому надо все очень быстро делать. Так, мечник, как ты дерешься у нас? Ну, в принципе, неплохо. Посильнее, чем крестьянин. Так, надо схватить. Но, тем не менее, тебя все равно быстро разбирают. Это не есть хорошо. Так, банши, сдохните все. Так, у меня фаербол накопился, да? Ну-ка. Отлично. То, что надо. Ну что, вот мы и добрались до его крепости. Начинаем ее разбирать. Главное строить побольше мечников. Крестьяне, они так. На секундный перехват, можно так выразиться. А мечники уже, да, серьезное сопротивление ему дают. Ну что, можно сказать, все, наша победа, потому что шансов у него нет. У меня уже слишком большая армия, и фаерболом я разбиваю ему в замок. Так, Виктори. 150 золотых, 150 опыта. Открывается третья локация у нас. И у него новый моб, какой-то мертвец в костюме. Я не знаю, что он делает, но, в принципе, сейчас мы это увидим. Поехали. Ой, ё-моё, я все время забываю нажать на континь, потому что привык, что загружается все в автоматическом режиме. Ну что, крестьянин пошел. Родной ты мой. С какой-то... Я даже не знаю, и вилой это не назвать. С палкой, в общем, бегает. А, да, точно, я забыл, что надо нажимать сюда, чтобы увеличить запас своей маны. Что там летит? Заморозка. Угу, хорошо, заморозочку мы поставили. Это их на какое-то время сдержало. Так, фаербол у меня есть. Вы видели, что делает зомби в скафандре? Он как ходячая мина. Подходит к моим и взрывается, нанося им огромный урон. Это очень плохо для массовой армии. Будем это знать. Ну что, максимум 200 у нас маны. Мы еще увеличим до 300. Фаербол готов. Огонь. Да, неплохо он жарит. Единственное, что непонятно, можно ли его прокачивать. Так было бы неплохо даже очень. Итого у нас 400 маны. Ну, в принципе, тут уже все. Ему деваться некуда. Замок его напал. Так, ребята, поздравляю нас. На первых уровнях все легко и просто, поэтому особо не будем заострять внимание. Вау, нам дали лучника. Причем 6 карточек. Ну-ка, увеличим тебя немножечко. Так, 4 хп, 1 атака. А у тебя 14 хп и 1 атака. Замечательно. Что у меня с армией? Ёлки-палки. А, ну в принципе мне хватило, да, открыть лучника. Я его прокачаю маленько. 55 хп и атака. В принципе, неплох, но очень мало хпшек у него. То бишь, по жизням он слабенький. А это у нас
Смотрите, здесь можно будет открывать карточки потом нежити, роботов, Джейд Империя и какие-то космические. Слушайте, игра, наверное, будет долгой и длинной. Это меня даже радует. Так, что такое квест? А, за выполнение задания я получил кристалл. Хорошо. Так, замок можно еще увеличить свой. Замечательно. Ну, и думаю, что пора в атаку. Четвертая локация у нас. У него добавилось... Да, в принципе, у него никто не добавился. Как были, те же и остались. Ну что, ребят, поехали. Крестьянин, как обычно, самый первый у нас уходит, потому что он по мане самый дешевый. Еще одного построили. Так, да-да-да, увеличиваем ману себе. Так, мечник, ты мне нужен, давай, выходи. Блин, он опять этого зомбаря выпустил, а? Давайте фаерболом. Замечательно. Так, подожди, подожди, не улетай. Вот так вот. Что, давайте попробуем лучника нашего. Как он себя в деле ведет. Кстати, он очень неплохо критует. Ну, естественно, он должен быть прикрыт сильными войсками, чтобы до него не добрались. Так, неплохо, мне нравится эта девочка. Фаербол у нас готов, огонь. Замечательно. Ну что, думаю, что вот когда мы подходим вплотную к замку, у него практически нет шансов. Потому что армия, которая будет выходить, она будет практически сразу здесь же и падать. О, не-не-не, только... Вы видели, что сейчас было, да? Он вызвал своего биохимического мутанта, который взорвался. Ну, шансов-то все равно нету. Замок разбит. Так, поздравляю. Переходим на следующий уровень. 240 денег и 110 экспо получили. Так, опа-на, а это у нас что за чудик? Третьего уровня, какой-то вот здоровый мутант. Наверное, сейчас будет жарко. Так, ладно. Посмотрим, что к чему. Крестьянин пошел. Надо не забывать про увеличение маны. А, так смотрите, он слабенький на удар-то. Он хоть и взрывается, но слабый в плане жизни. Биохимический мутант этот, зомби. Так, увеличили себе ману на 200. Это дает нам... Так, надо, наверное, фаерболом засандалить. На, горите там. Вот смотри, что делать, смотри. Опа, подходит и взрывает. Так, лучник, ты у меня в бою-то в ближнем вообще никакая. Успела, хорошо. Так, максимум 300 маны у нас. Башни, опа-на, а вот и наш родной, который там был, третьего уровня. Ох, ничего себе он там бьет-то. Смотрите, на раз. Просто одного удара ему достаточно, чтобы... Чтобы положить мою армию. Всю, причем. Одним ударом. Ну, мечник еще как-то выдерживает. Но это... Так, ну и мы его убили. Отлично. Я надеюсь, он был один здесь. Или сейчас еще вызовет. Надо по-быстренькому разбивать ему замок. Я боюсь, что он еще вызовет такого же. Давай, 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 лучники. Давайте, критуйте. Так, ну что, в принципе, уже я спокоен, потому что армия довольно крепкая, сильная. И замок мы ему снесли. Так, и получаем мы сейчас, по идее, с вами сундук, реворд. Интересно, что там будет. Давайте глянем. Так. Сундук нежити. Нам дали 500 золотых, 7 карточек зомби. О, а тут-то что? Нажмите на портал. Я не хочу нажимать, я выберу карточки.
Вау, мы попали с вами на новую локу. И здесь у нас роботы. Забавно. Так, какой-то завод. И домик у него, да, смотрите, какой-то. Что это за чудило там вышел с каким-то щитом? А, он якобы и прикрывается, и бьет им. Ладно. Ну, судя по тому, как бьет мой крестьянин и как отнимаем жизни у него, мой крестьянин отстает. Ну, а мечник? Так, мечник уже что-то. Уже что-то делает, какой-то урон. А лучник? Да и лучник как-то не особо бьет, если честно. Может быть, все из-за того, что они механические, у них сопротивляемость к урону большая. В принципе, логично. Так, два лучника и два меченосца, и два этих крестьянина. Этого достаточно, чтобы разбить ему замок. Тем более, первый уровень не должно составить никаких проблем. Так, четвертый уровень получили и дали нам 6000 золотых. Энергии дали. Так, а что здесь? Так, здесь можно покупать. Ну, все у нас, в принципе, куплено. А, точнее, в принципе. У нас кристаллы. Я не буду покупать, мне жалко, если честно. Так, получил еще один на халяву. Второй. Все, как говорится, бонусы бесплатные я насобирал. Так, а здесь что у нас такое? О, я могу открыть вот этого чувака. Самон. Вот его-то я к себе в армию и возьму. Мне он понравился. И открыли вот этого вот мутанта-зомби. Мертвеца или кто он тут? Взрывной, короче, чувачок. Ладно, давайте посмотрим. Вот, в принципе, так меня устраивает. Давайте еще одну баталию с вами пройдем по-бренькому. Так, у него добавился какой-то чувак с бензопилой, по ходу дела. Ну, с циркуляркой. Давайте глянем, что он из себя представляет. Крестьянин. Так, а вот и он вышел. Ого! Как он быстро! Вы посмотрите, что отворит этот чувак с циркуляркой. Он просто пилит. И они уже возле моего замка. Ну, так дело не пойдет, ребята. Блин, как же мало у меня энергии. Все, мой замок крошит. Надо фаербол, срочно фаербол. Так, ну что, вроде как отбил. Но вы смотрите, что он делает. Он опять вызвал его. Я хочу себе этого чувачка. Можно как-то его получить? Давай, взрывай их там всех. Отлично. Блин, как же он их крошит, а? Но зато, как я понял, лучник его сносит быстро довольно-таки. Будем знать, что урон к дальнему оружию у него слаб. Замечательно. Так, деньги куда полетели? Полетели? А, не успел. Ладно. Этот, в принципе, который идет со щитом, он, по большому счету, безобидный. Ну что он там, прикрывается щитом? А вот этот вот, уже плохо. Ну что, два лучника под прикрытием, два мечника, а вот и мой герой вышел. Я думаю, с ним никто здесь не поспорит. Сейчас он тут разнесет с удара, я думаю, избушку его. Ну, с двух ударов. Так, ребят, ну что, прошли. Но все-таки, как ни крути, уже более-менее начинается сложность чувствуется. Так, добавился еще какой-то там у него новый монстр. Опять же, какой-то механический. Локация поменялась. Мне такое впечатление, что вот это вот будет боссом, который сейчас только что был. Давайте, ребятушки, давайте. Так, какой-то механический боксер, что ли? Да, так и есть. Ну, пока вроде... Во, опять этот вот с циркуляркой самый опасный на данный момент. И из его роботов. Ой, распилили. Да как же, фаербол, давай быстрее, ты мне нужен. Хорошо все-таки, что он мощный.
Да, надо вот делать этого механического... Ой, механического, что я говорю, вот этого зомбаря, чтобы как-то уравнивать шансы. Все-таки крут вот этот чувак с циркуляркой. Когда он заходит в толпу, он просто пилит. И не одного, а все, кто стоят в ряд. А остальные, в принципе, пока не особого такого не напрягает, так скажем. Ну что, давайте приступаем разносить его замок. Можно было бы, конечно, дождаться до 500 маны амбала. Но я думаю, мы здесь и так затащим все. Пускай он пока там отдыхает. Все, 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 разбомбили. И с вами плавно переходим к следующему уровню. 250 золотых дали, 115 опыта. Ну что же, так, у него добавился еще очередной монстр. Какой-то робот-шарик. Ну что ж, посмотрим, что он себе представляет. Так, юзайте карты, чтобы увеличить. Ладно, неважно. Давай, крестьянин, вся надежда на тебя. Ты у меня как первопроходец. Кстати, дистанция уже от замка до замка увеличилась, насколько я заметил. Смотри, что творит, а? Просто включает ее и пилит. Да, кстати, надо было... А, нет, нельзя, нельзя. Во время прохождения нельзя увеличивать ничего такого. Так, а вот и наш робот. Летит и стреляет. Это тоже типа дальние атаки, только еще в полете. Угу. Да где же моя армия-то вся? Ёлки-палки, практически добрался до моего замка. И сейчас будет разбирать, да? Выживем, нет? Так, давай, зомбарь. Взрывай там их всех. Ага, хорошо, сработал. Так, монетка, иди сюда. Так, ну, лучники, вы издалека. Вот против луков он слаб. А так, в ближнем бою силен достаточно. Робот, нечего тут летать. Так, замечательно. Надо увеличить ману, наверное, на 500. Да. И вызывать амбала. Главаря мертвецов, даже так назвать его можно. Или же ходячая смерть. Хотя, смотрите, ребята, разносим, разносим мы его на домик. Еще фаербол можно кинуть. Ага, замечательно. Мой амбал уже вышел. Все. Не успел, конечно, даже повоевать. Но, тем не менее. На всякий случай, я же не знал, кто там будет и что там будет. И последняя миссия. Четвертый. Ребят, там у него, по ходу дела, будет босс здесь. Давайте посмотрим. А кто же тут будет у него босс? Какой-нибудь механический танк или что-нибудь в этом роде. Так, я буду увеличивать ману, пока у меня есть возможность. И как можно быстрее накопить 500 маны. Ну и, конечно же, построить нашего главного босса, который стоит 500 маны. Хотелось бы, конечно, опередить его по постройке, но как получится. Так, опять этот лету. Отлично. Так, давай, зомби, выходи. Мне нужно, чтобы ты их тут взорвал всех. А то слишком больно, их тут много накопилось. Давай. Отлично. Так, лучник слаб против щитовика этого. Иди отсюда, отдохни, робот. Когда же пойдет-то босс у него, а? Блин, такими темпами они мне ничего не дают накопить. Тихо, тихо, тихо. Отлично, разбомбили. Надо еще построить. Еще, еще. Так, ну что, 650 у меня маны. Мне этого, в принципе, хватит. А вот и босс у него вышел. Вы смотрите, что он творит. Он своей пушкой снес практически всю мою армию. Нет, так дело не пойдет. Надо срочно 500 маны копить. Давай, 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 давай. Ну-ка, выходи, устрой-ка ему там. Покажи, почем фунт лиха.
Надеюсь, он его не снесет так быстро. Так, эти скелетики все слегли. Точнее, роботы. Ну что, давай один на один. Что-то там мне. Ага. О, ребят, да мы его сейчас разнесем. Вы видели, как мой жгет? Как его даже назвать-то, я не знаю. Смерть какая-то. Лошара Микантара. Все, откурил он свое. Ну что, сейчас подходим к домику, к базе. Разносим, и уровень у нас пройден. Давайте, ребята, поднапряглись. Зомби, взрывай. Зергут, как говорится. Ну что же, 5-й уровень получили. Дали нам алмазики, деньги, энергию. Так, что-то такое. А, ты все социальные сети ваши. Не будем мы. Так, тренировка у нас какая-то. А что это такое у нас? Открыть. Так, нажмите. Свободно. Бесплатно. Ну что ж, давай. Пока бесплатно дают. А что это вообще дает-то мне, а? Реворд какой-то. Непонятно. 16. Ладно, один разок, наверное, можно будет потратить. Но не более. Так, тут на 20 уровне. Ладно, ну что же. Армия мне моя нравится пока. Надо будет ее немножко потом усилить. И продолжим мы с вами, наверное, в следующем выпуске. Ну а на этой ноте я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Всем пока, всем удачи.